таким расчетом, то в принципе, ну что, кончать его надо, да. Если отпускать не будем. Вот, то... Тут как ты примешь решение. Тут как ты примешь решение, кончать его, не кончать. Вот. Три варианта. У него есть три варианта. У него вообще как бы один вариант. Три варианта. Первый вариант. Будет умирать долго и нудно или с паяльником в жопе, блядь. Вот. Вот. Либо он идет с нами на сотрудничество, блядь. Вот. Остается в живых, блядь. Вот. Если будет хорошо сотрудничать. Вот. Этот самый. И есть еще третий вариант, блядь. Под, на ноль и дочка пойдет, и жена, и родители, все пойдут туда за ним. Поэтому стоит ли эти деньги? Давай скажи, ты же говорил, давай договариваться, давай договариваться. Мужик, давай договариваться, что ты это самое. Первый транш, я думаю, там 1025 попроси. Этот самый. Ладно, чтобы первый транш пошел, блядь. Вот, так, с этим, понятно, дальше. Как бы, мне его нужно допросить. Ну, не я буду допросить, ну, я понимаю, через тебя, там, через, ну, все равно через кого. Просто я даже не стал их составлять вопросы, потому что они будут приходить само собой, один за одним будут приходить эти вопросы. Вот. Ну, вот, поэтому, если не против, мешок на голову и поехали. Ну, давай, может, даже завтра организуем эту встречу.